Всем доброе утро, ребят. С вами Гараж 750. Занимаемся мы ВАЗ-2115, по сварочке варим. Начали мы продолжать заниматься правую сторону варить. Сейчас я вам все покажу, как у нас получается. Подогнали мы лонжерон, все вышкурили, все зашкурили, вырезали, все гнилье и так далее. Смотрите, я вам сейчас все покажу. Ну вот, начали мы уже здесь варить, приварили пока усилитель. Сейчас здесь все зашкурим. Вот у нас он сам нижний лонжерон уже. Вот, сейчас я покажу вам, залезу, все покажу. Вот он как у нас стоит. Вот. Здесь мы уже прикрутили, ну так сделали. Осталось нам, ну, доварить. Вот, приварим, чтобы он уже держался. Потом будем порог варить и так далее. Сейчас я вам все снизу покажу. Ну вот, что у нас снизу получается. Здесь у нас тоже будем варить. Вот. Здесь мы вырезали. Вот. Тоже вот где было гнилое. Здесь мы будем зашкуривать сейчас. Сюда нам нужен приваривать будем лонжерон сам. Вначале мы уже более-менее его сделали, сам лонжерон. Ну вот, осталось присобачить, он там приварить. Вот, здесь. Ну, еще как бы работки тут хватает. Вот, надо будет вот этот пол вырезать. Здесь варить новый. Также продолжим сам лонжерон дальше. Как он у нас пойдет здесь, будем смотреть. Вот. Ну и, в принципе, дальше пойдем потом усилитель, порог, варивать пол. Вот. Думаю, еще работы здесь дня на два. Вот. Левую сторону мы делали 2 дня. Ровно 2 дня у нас получилось. Там день я профукал. День я, получается, там профукал, сам у меня там дела были, вот, и сделали мы где-то примерно дня за 2. Это мы сделали там лонжерон, сам пол, пороги, усилители и так далее варили. Вот, но с той стороны было поменьше, но все равно как бы мы вырезали все и сделали как бы более-менее ровный пол и так далее. Как бы сделали все новое, потому что смысл старое где-то там оставлять. Оставили там кусочек старого где-то, ну, небольшой. Потому что, ну, он, в принципе, нормально хороший, под усилителем все нормально, как бы его не было смысла вырезать. А с этой стороны придется как бы все вырезать. Поэтому, ну, потому что здесь более больше гнильи. Вот. А не знаю, почему правая сторона сгнила больше, чем левая. Обычно наоборот. А тут вот так получилось. Вот. Ну и, в принципе, ребята, мы сделаем правую сторону. Сейчас тоже, может быть, сегодня постараемся доделать. Либо завтра, если получится доделать. И все, как бы машинка готова. Вот. Смотрите, ребята, я вам все покажу, расскажу. Сейчас, пока на данный момент газ закончился. Человек уехал газ заправлять. Сейчас приедет, я пока здесь подшкурю, подрежу и будем дальше варить. Я буду снимать, показывать. Так, ну что у нас получается, ребята? Начали уже обваривать. Приварили мы порог. Вот у нас как он получился. Все довольно как бы делаем нормально. Стараемся. Вот, она вот так у нас. Снизу мы здесь усилитель тоже надо будет потом, лонжерон точнее, приварить. Здесь мы сделали заплатки еще не до конца. Начали мы пол вырезать. Сейчас вырежем пол. И будем обваривать. Также сзади. Ну, сзади он более-менее еще, но тоже лучше поменять, сделать как на той стороне. Чтобы уж было новое железо, а не то, которое внутри гнилое, блин, непонятное. Ну и также останется вот крыло. Там вот это вот сделать бортик для крыла. Вот.
Ну и дальше будем продолжать. Сейчас вырежем пол. Начнем мы заниматься полом. Будем приваривать. Также внутренний порог мы обварим, тоже сделаем. Ну и смотрите дальше, ребят. Дальше все покажу, как будем доделывать ее. Осталось, в принципе, не так уж и много. И снизу останется приварить нам уже лонжерон. И все. И машину можно, в принципе, грунтовать и заливать антигравием, там, антикором и так далее. Смотрите далее, ребят. Так, срезали мы пол. Вот так у нас он выглядит. Зашкурили. Тут он тоже у нас ржавое, но не гнилое. Вот, а сейчас зашкурили по всему кругу. И будем уже смотреть. Сейчас, может, примерять будем уже пол. Где-то подрезать его пополам. Опять же, сначала одну половину сделаем пола, а потом заднюю половину пола сделаем, приварим. Ну и потом внутренний усилитель его тоже вырезали. Также потом все снизу обварим. И машинка будет у нас готова. Так, сделали, вот срезали мы, ребят, пол, сделали мы уже новый. Вот у нас вот так он все подошло. Так сказать, запчасти дерьмо. Да, запчасти все, конечно, дерьмо. Ничего не подходит, все приходится самому подрезать, вырезать и так далее. Здесь у нас вообще она была, вот этот внутренний порог, он вообще был непонятный. Изгиб у него был в обратную сторону как-то. Пришлось самому все выпрямлять, выгибать. Вот у нас осталось здесь, с правой стороны. Сейчас там все зашкурить, заварить. Там мы уже все обварили. Вот здесь у нас он не подходил, пришлось вырезать. Здесь мы сделаем заплаточку. Вот. Ну и, в принципе, также здесь мы сделаем уже до конца обварим. Сейчас здесь дырки мы просверлим и приварим уже к основному порогу. Я уже начал сверлить, сейчас до конца досверлим. Потом там мы здесь сбоку тоже все заварим. Здесь заварим до конца. И уже у нас будет полноценный пол. Дальше пойдем снизу обваривать. Снизу мы обварим. И также задний лонжерон доделаем. И, в принципе, уже машину можно будет промазывать, дособирать. А, и еще у нас вот здесь переднее крыло тоже надо будет сделать. Тут, в принципе, меньше, чем с той стороны гнили. Но все равно тоже надо будет сделать. А так все вроде. Пока что на данный момент все. Сейчас доделаем здесь, я вам сниму, ребят, покажу. Так, сделали мы, ребят, пол. Вот у нас щель мы вот так заделали. Вот здесь мы все обварили сзади. Здесь мы тоже посадили на точечную сварочку. Тут обварили. Вот осталось нам уже обварить. Там мы тоже спереди все обварили. Осталось нам вот здесь заделать. Сейчас мы здесь. И все. И будет сверху у нас все готово. Вот у нас как все получилось. Вот. И, короче, полезем вниз, там обварим. И уже будет готово. Так, придумали мы, вырезали лист. Вот, сейчас мы его вот так приварим. Вот, и уже подобьем здесь все. Также обварим. И закроем мы вот эту дырку, правую сторону. Сейчас мы здесь зашкурим сверху. И все. Так, ну вот мы заварили. Вот у нас как оно получилось. Ну и все. Сверху у нас пол готов. Пороги, усилители, наружные. Все готово. Здесь мы все заварили. Остался у нас низ и сзади лонжерон. И машина готова. Ребят, короче, заварили мы весь пол. Все, здесь все готово. Снизу тоже все обварили. Осталось нам соединитель вот к порогу приварить.
внизу. Ну и вот эти вот для сидений приварить. И с той стороны также все. И останется у нас вот немного морду вот здесь сделать. И задний лонжерон доварить. Вот он у нас до половины стоит. Здесь мы поставим пластинку тоже и сделаем. Вот. Ну и также сам багажник тоже вот здесь. И вот здесь. Все. Ну здесь заплатку поставить тоже недолго. И вот здесь. Тут мы тоже, наверное, скорее всего, посмотрим, зачистим и поставим пластину. И все, как он там сделали. Вот. Снизу сейчас я вам все покажу, что у нас. Вот она у нас снизу. Здесь мы зачистили. Вот он лонжерон сам. Мы его дальше продолжим. И все. Вот здесь у нас все сделано. Также вот низ у нас тоже. Здесь все обварено. Все, надо будет только промазать. Вот, и здесь то же самое. Там без железа. Новый пол он у нас. Сейчас соединитель. Здесь соединитель сварим. И все. И вот здесь доварим. И все у нас. Что каждые сброшенные 10 килограмм веса увеличивают на 1 сантиметр. Ай, ну и здесь вот под анкратник тоже уголочек вот этот, где гнилой, мы сварим. То же самое все будет. И тут подобьем, также подварим. Все, спасибо, спасибо, Андрей, спасибо, демон, Олежа. Короче, подварили здесь все. Здесь тоже обварили сзади. Середину тоже прошли. Также лонжерон вот этот усилитель прошли мы. Сейчас мы варим вот сюда вот квадранкратник. Здесь мы тоже все обварили. И уже пойдем сзади лонжерон варивать до конца. Здесь нужно у нас варить. И сюда назад пойдем варивать. Будем делать так же, как и здесь. Варивать. Вот у нас как получается здесь. Вот мы варили. Этот мы оставили. У нас он нормальный. Данкратник. Ну, нормально, жесткий. Ну, толстый, чем новый. И вот мы сейчас приварили сам уголок вот этот. Ну и здесь мы будем приваривать уже соединитель сам. Вот, ребят, все, мы снизу все сделали, все приварили. Вот у нас поданкратник и соединитель. Вот. Пол нормально готов. Здесь мы тоже все обварили. Все, осталось у нас, грубо говоря, снизу мы все сделали. Осталось у нас лонжерон до конца провести. Вот он здесь, до конца его там. И крыло. Ну и там в багажнике дырочек, парочку. Вот она, раз. И вот два. И здесь вот. И все. Так, сделали мы пол, все. Начали мы делать уже, ну, багажник. Здесь мы все заварили. Дырки нету никакой. Снизу мы тоже там все заварили. Вот, остался вот лонжерон. Так, ребят, ну на сегодня все. Завтра приедем, будем заниматься, продолжать машину. Завтра мы уже должны ее закончить, эту машину. Осталось приварить лонжерон, просто сегодня времени нету. И где крыло, там приварить, сделать бортик и так далее. Ну и все. На сегодня все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.